have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Гладушки, наш лисец со своим духом. Какая тут глава по счету? 4-я. Ладно, поехали посмотрим. У нас горячие источники. Я практически уверен, что нас научат нырять. В какой-то момент у нас будет такое, что нам скажут: о, чувак, ты, оказывается, можешь плавать. Почему-то я кнопочка И до сих пор пытаюсь нажать. Ты собрал? Собрал, хорошо. Тут еще один сейв есть у нас. Там же наверху тоже можно это... Ну-ка. А, не, мы уже подзарядились. Тогда поехали к тому камушку. Нет, ну не к тому камушку сразу. Мы тут еще сейчас походим, посмотрим. Возможно, куда-то мы можем посох отнести. Здрасте. Что за место? Сюда можно. И что будет? Ага. Гейзеры включились. Гейзеры нас будут подбрасывать. Так, хорошо, тут ничего не затопило. Что, наверное, хорошо. Мне бы вон туда наверх попасть. А, не, я там был, извиняюсь. Мой тупняк, я сюда могу попасть, я тут был. Я включу то второе, и включатся гейзеры вот здесь. Да? В смысле, погоди, я не запитался? Где? А где тогда мне запитываться? Я тут вижу только две точки. А, все, нормально. Значит, я, видимо, просто слишком быстро отбежал. А снизу ничего нет интересненького? Наверное, нет. Давайте тогда... Ждем. Значит, не сюда, видимо. Угу, отлично. Закинули нас, отдаем. Включатся те гейзеры, правильно? Теперь включились все. Можно вот там сохраниться будет сейчас. Может, еще куда-то дальше сходить. А, здесь нету, я понял. А, есть! Я что-то не понимаю в этой жизни. А, это мне оттуда надо прыгать. Иначе меня не добросят просто. И теперь вот так. Все, сохранение прошло. Я надеюсь, что я там ничего не забыл. Ну, то есть, мне кажется, что я смотрел все внимательно, но опять же, кто знает. Я практически уверен, что я не соберу все посохи и косточки здесь, ну, в смысле, в этой игре, но я буду стремиться к этому. Не туда. Прыгни, пожалуйста, прыгни, пожалуйста. А тут что? Вот это место, оно же явно для чего-то.
Видите? Видите, видите? Так, хорошо. Запитаемся тут. Этого недостаточно. Этого недостаточно. А где мы тут можем еще запитаться? Подожди. Плавать без шифта не очень удобно, честно. Вы же не хотите мне сказать, что я мне должен приходить запитанным аж с той зоны? Давайте я так запитанным. Нет! Он так летает, и вот забавно при этом. Ну, допустим, мы запитались тут. Ну, смотрите, мы можем возвращаться в предыдущую зону, что как бы приятно. Если вдруг, вдруг мы что-то случайно заметим, то вполне можно будет вернуться. Так, что мы сейчас запитываем? Сюда сходить нельзя, меня откидывает. В принципе, ладно. Откуда? Вот это место. Ну, спасибо, спасибо, игра. Я прыгнул прямо в гейзер и... Ну, блин, ну второй раз уже такой. Он долго собирается, а когда ты же в нем, то он тебя не подкинет, не подбрасывает. Не срабатывает анимация, не знаю, вот это вот мне не очень нравится, печаль. Хорошо, выкинули меня. Что у нас тут за места такие? Интересно. Да ну в смысле я не могу туда? Это же соседняя локация. Ну, там невидимая стена, ребят. Посох. Ну это получается, что посох в обязательном месте. Мне надо туда. Ага, да, я, кстати, как раз подумал, что они как-то странно качаются. Посох... Блин, ну ладно, попробуй с ним попрыгать. На самом деле, вроде он не мешает. Спасибо. Где-то близко, кстати. Но не здесь. Поехали. Они обваливаются. Я уже забыл про такую механику, как обваливание здесь. Сюда. Ну, вот сюда, вот, пожалуйста, прыгни. Спасибо. Наверх. Ну не вниз, ну. Вот эти вот соскальзывания, честно, не очень хорошо проработаны. Ну как бы говорю как есть. А, о, смотрите, а нам туда. Вот оно что. Прекрати.
Я бы это на самом деле сразу и не заметил, пожалуй. Можно сюда? Спасибо. Где он? Это я отдалился. И погодите, или мне наоборот туда надо? А это я открыл для того, что... Это я, скорее всего, открыл для того, чтобы отнести. Нет. Да, вот он. Я почему подумал? Потому что посох лежал возле цветочков, как намекая, что вот тебе понадобятся вот эти цветочки, чтобы попасть туда. Пожалуйста. Вот это, скорее всего, и был секрет. Я что-то разблокировал. Окраску, что ли? Надо будет посмотреть. Или потом, или сейчас. Погоди, more options. Controls, credits, settings. А, rewards, награды. А, вот скины, кстати, которые открываются. То есть я могу быть рыжим лисом, вот таким вот лисом, белым. Давайте вот этот новый скинчик оденем. У-у-у, красиво. Красиво, красиво, мне нравится. А куда мы теперь пойдем с пятачком-то? Или выход один? Выход, похоже, один. Вот сюда. Угу. А назад я, наверное, уже... Нет, смогу. Нормально. Хорошо. Будем посмотреть. Это место как в Dark Souls какое-то, знаете. Вниз можно сходить, поверху можно сходить. Давайте вниз сходим, раз можно, распускают. Мало ли чему тут интересного найдем. Туда сплавать даже можно. Кстати, я ничего не нажимаю, он просто плывет вперед, потому что он, наверное, не может плыть на месте. Ну-ка. А, это то место. Да? Мы же только что тут пропрыгивали. Так нам, получается, и наверх-то не надо было. Это было чисто бонусное. Да, смотрите. Потому что мы тут просто проплываем, и у нас все есть. Да, да, получается. И то, что мы подобрали, и то, что мы открыли, это было чисто бонусное место. Тут вроде больше ничего нету. Ну, поехали тогда наверх. Там цветочки, не цветочки. Ну-ка, может, я тут смогу подзарядиться? Смогу. Blooms and light achievement. Цветение и свет. Цветет и пахнет. А, если можно так выразиться. Так, ладно, Dark Souls-овое место. Допустим. А как вон туда наверх попасть? Поехали. Тут можно цветочками зарядиться. Погоди, там что-то красное. Он хочет туда. А тут тогда что?
тут нам плохо. Сюда нам сейчас, значит, не надо. Пока красное горит, нам там опасно находиться. Давайте мы еще вот сюда вот сплаваем вниз. Возможно, тут будет что-то интересное. Или нет. А, тут просто держалка для камушка этого. Понял, хорошо. Поехали обратно. Я понимаю, что дух нам показывает, куда надо идти. Ну, полюбопытно же посмотреть, поинтересоваться. Все, плывем обратно. Просто поверху перескачем сейчас, как есть. Ну, много ушло на любопытство, согласен. Но это, как это, если не любопытничать? Летаем. Гейзер, наверное, сделан как... А, это место сокращалка, скорее всего. Что я должен был отсюда сюда попасть? Ну, допустим. А, это мы сюда включаем, хорошо. Что поменялось? Мостики выехали. Ага, прям под нами. А, вон, оттуда я смогу теперь допрыгать. Этого хватит? Хватит. Нет! Хотел же аккуратно, блин, выпрыгнуть. Аккуратно. Чтобы туда заскочить, чтобы не оббегать все это. Аккуратно же хотелось. Спасибо, игра, спасибо. Я оценил. Теперь придется проходить все, как это было задумано в дарксолской манере. Не пад... Не... Ну повернись же ты в воздухе! Нет! Я не знаю, именно сегодня управление просто максимально кривое. Ну, то есть, я парочку раз натыкался на это в прошлой серии, но вот именно сегодня... Прям страшно. Прям сегодня прям страшно. Надо иногда успокаиваться и не жать просто вперед. Стой. Нет. Фух. Включись. Вода подымется? А, или мне просто туда сейчас надо будет? Возможно, мне надо будет туда. Оттуда? Ну, допустим, оттуда. Пойдем. А, отсюда я не попадаю. Это типа вы мне шорткаты здесь даете, да? Чтобы я мог... Нет! Стой. А, вон сюда сейчас. Вот это место. А мне надо было зарядиться? Не надо было? Угу, естественно. Thank you.
заряжаемся. Да, мне этого хватает, супер. Да, мы можем сейчас через шорткат допрыгать. Супер, а теперь вниз. Вот сюда. Теперь что открылось? А, мы подзаряжаем обелиск этот. И теперь еще раз и два получается. Еще два надо. Но только куда теперь? Я не вижу нового пути, который мог бы... Или теперь я могу подойти к... Наверное, могу. Теперь могу. Спирит Парк. У меня новая способность появилась. Погодите, это будет мой хаб, в который я возвращаюсь? А, теперь я могу зачистить то место? Ну-ка. Все еще нет. Давай, давай, уходим, уходим отсюда. Нет, я ошибся. Тогда я на минуточку не знаю, куда мне идти. Это было то место, куда я мог прийти и типа зачистить его. А к чему? К чему мне тогда эта обилка? Спиритический гавк. Вот это выглядит как что-то, куда я могу подняться со временем, если оно выдвинется. Я не вижу, куда мне пойти и что открыть. Этим спиритическим гавком. Тут обелиски, там обелиски, но это все открыто уже. Или я что-то не понимаю? На самом деле. Так, тут мы были. Я не убьюсь? Нет, не убьюсь, хорошо. Вот то место, на которое я смотрел сверху. То есть я же говорю, по логике вещей, я думал, что я эту штуку запитаю до конца. Она не запитает до конца, ну ладно, мне дали способность. Тогда с этой способностью можно открыть то место, но то место тоже не могу открыть. Так я просто возвращаюсь назад. Так я ничего не делаю. Давайте вот тут вот сохраниться можно. Или уже нельзя. Кстати, получается, что сейчас не сделав что-то, я не смогу завершить главу. Ладно, давайте думать логически. Вот я попадаю в начало этой зоны. Вон ту штуку я запитываю, потому что там труп. Тут я ничего не делаю, ну вот эти вот я могу еще забрать.
сюда мне вообще не надо, потому что я могу обойти здесь. Что я могу этим спиритическим гавкам делать? Вот в чем прикол. Может как-то... Погодите, может это как-то завязано на фиолетовых цветах? Потому что есть синие цветы и фиолетовые. Синий понятно. Зачем мы это уже сделали? Но с фиолетовым мы еще ничего не пробовали. Может, я какую-то не ту кнопку жму? Погодите. Controls. Shift. Гавки. Спиритический гавк. Space. Прыжок. R. Погоди. R у нас... Это выход из... Да? А, у меня этой опции еще нету. Гавки, спиритический гавк на одну кнопку. Это понятно. Это мы с вами только что видели. Пропрыжка по Dark Souls-ски. Нет. Ладно. Спасибо. Что это единственный вариант, который я вижу для себя, для прохождения. Давайте я поищу тогда, потом вернемся. В общем, ребятки, есть одна догадка. Я только что побегал пару минут, ничего нового не нашел. Но если, видите, если зажать кнопку, то есть если ты просто говоришь, он гавкает, а если зажать, он начинает раскручивать. Поэтому есть вариант, что мне все-таки туда. Но надо будет жахнуть. Я просто почему-то даже не подумал про вот этот вариант, чтобы раскручивать. Достаточно мы близко подошли? Давай. Ками-ками! Да. Eradicate. Ачивочка приехала. Да, это оно. Мне нужно получить. Теперь зарядить эту фигнюшку. Супер. Видите, то есть я думал правильно, но я чуть-чуть не докрутил и почему-то затупил на этом месте. Хотя решается довольно просто, нужно было немного без суеты просто взять подумать. Опять же, то, что на запись не всегда получается спокойно сделать. Не страшно, давайте тогда пройдем вот здесь. Запитаем этот обелиск, посмотрим, что будет дальше. А, это просто выпускает нас дальше. Я понял, минуточку, спирит гавки я могу делать. Только когда заряжен. Да, ну зажимаю кнопку, но он не работает. Все, нас пропускают дальше, наконец-то. Ну, было бы обидно просто вот так вот выйти, чуть-чуть до конца главы осталось. Я уверен, что нас сейчас сохранят. Поэтому, да, четвертая глава. Как раз у нас одна глава на эту серию была, я не думаю, что я дальше так буду тупить, хотя, ну, кто знает. Знаете, в чем прикол? Когда загадки, в принципе, относительно очевидные, но ты берешь и заморачиваешься над каким-то одним решением и не видишь очевидного решения в другом. Ладно, ребяточки, думаю, на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.